طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. Oh, the white moon rose over us from the valley of Ada, and we owe it to show thankfulness where the call is to Allah. Во имя Аллаха, милостивого ко всем на этой земле и только к верующим в судный день, мир и благословение посланнику Аллаха, его семейству, сподвижникам и тем, кто последовал за ним. В рамках четвертой встречи из цикла передач «Дурус Мухаммадия» мы пригласили доктора Усама Ар-Рафаи, ведущего свой род от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он же муфтий и шариатский судья района Аккар на севере Ливана. Добро пожаловать, уважаемый доктор. Приветствую вас. Уважаемый шейх, как же прекрасен фик и усулюль фик. Еще прекраснее, когда этот фик отвечает современным реалиям, не ограничиваясь тем, что содержится в книгах праведных предков. Из числа современных проблем, которые обсуждаются в научной среде, в среде студентов и даже обсуждаются простыми людьми, является проблема новшеств. Это явление становится проблемой тогда, когда всякий встречный относит то или иное действие к новшеству. С вашего позволения, уважаемый шейх, хотели бы услышать, что представляет собой новшество. Я призываю Аллаха, слышащего, знающего, защитить меня от шайтана. Слава Аллаху, Господа миров! Да благословит и приветствует Аллах нашего господина Мухаммада, его семейство и сподвижников, и тех, кто призывает к религии и соблюдает его сунну до судного дня. Я, во-первых, благодарю Всевышнего, а затем и вас за приглашение меня на эту передачу, за атмосферу, которая присутствует тут, и обстановку, созданную для приема ученых, а также учащихся, приобретающих знания в стенах этой благословенной мечети во время этого благословенного месяца. Во-вторых, хочу сказать, что в последнее время, в рамках нескольких десятилетий, а может и в рамках 50 лет, участились такие проблемы. В прежние времена ученые являлись средоточием науки, а простые люди обращались к ним, встречались с ними и испытывали к ним великое уважение. Простые люди не вдавались определять, что является запретным, а что дозволенным, что является сунной, а что новшеством. Они обращались к ученым по принципу, заложенному в Коране. «Вы спрашиваете обладателей напоминания, если вы не знаете». После этого авторитетные источники знаний, включая все институты, учреждения, в которых были сосредоточены знания, институты, которые выпускали духовных ученых, все они начали претерпевать определенные трудные времена на различных этапах истории. После всего этого люди вдруг обратились в ислам. Этот приход в ислам назвали как «исламская сознательность», а то и «возвращением в ислам». И такое возвращение начало принимать разного рода формы. На самом деле, если мы взглянем на совокупность того, что случилось в прошлые годы, мы поймем, что народы, да и простые люди, пришли в ислам. А под простыми людьми я имею в виду людей, не специализирующихся в шариатской науке. Когда мы говорим о простых людях, мы имеем в виду тех, кто не является ученым, который получил глубокое понимание в религии. Этот класс верующих людей пришел в ислам, заполнил мечети, форумы, залы, в которых проводятся встречи на религиозную тематику. Иногда нам кажется, что они опередили ученых в этом деле, в деле, которым должны заниматься ученые. Отсюда любовь этих людей к просвещению и шариатским знаниям призвала этих людей учиться. Иногда они занимают место, соответствующее шариатским знаниям, придерживаясь учителя, шейха, методологии, истории, мудрости и разума.
А иногда они отклоняются в том или ином моменте. Надо сказать, что некоторые институты, которые захотели принимать это огромное количество простого населения, которое устремилось получить шариатские знания и познания в религии Аллаха, управляются учеными, имеющими большой опыт. Их политику проводят ученые, которые выросли перед другими учеными. Так наука, понимание и мудрость следуют друг за другом непрерывно, начиная от предшествующих поколений и продолжая последующими. Следует признать реальность, что есть группа людей, которые сразу, внезапно получили эти знания, но они не учили последовательность передачи их по цепочке от крупных шейхов с мудростью и пониманием. Эта группа также не учла последовательность в приобретении знаний и ученых с учетом середины и реального положения дел. Поэтому мы видим такое разнообразие в выносимых решениях. Предваряя ответ на ваш вопрос, скажу о следующем. Раньше, когда люди имели разногласия, мы видели авторитетные источники либо в лице научных учреждений, либо в лице ученых, которые решали эти разногласия. Люди потеряли авторитетные источники, когда расшатались позиции ученых или их количество уменьшилось, когда ослабли научные учреждения или некоторые из них закрылись или исчезли перед лицом экономических кризисов. Можем добавить к этому начерченные планы извне для ослабления или отмены или провала этой системы, которые предусматривали перекрытие финансовой поддержки некоторых крупных научных учреждений. Вот таким образом люди потеряли авторитетные источники, и как следствие они заблудились. Люди оказались промеж двух проблем. Отсутствие соответствующих шариатских знаний, на что я ранее указал. Второе – отсутствие авторитетных источников, к которым люди могут обратиться, если они сами не являются учеными. Эта ситуация привела к тому, что люди начали искать знания для заполнения образовавшейся пустоты. Почти все предложения для решения этой проблемы, начиная с 40-х годов и до наших дней, потерпели неудачу. Ни одно предложение не удовлетворяло нужды народа, в особенности арабо-исламского населения. Мы знаем, что международные организации также рухнули, как рухнули и региональные организации, и люди остались лишенными всего. Поэтому все и каждый в отдельности пришли в ислам. Каждый пришел в ислам со своей старой унаследованной идеей или совокупностью представлений, которые, по его мнению, были правильными. Поэтому сегодня мы увидим людей, которые пришли в ислам и поняли, что ислам не противоречит разуму, и что неудивительно, рационалистический подход преобладает в их исламском видении. А некоторые другие люди видят решение проблем в обязательном следовании священному тексту. Они утверждают, что нельзя выйти за рамки этого текста. Это мнение у них сложилось как результат их столкновения с какой-то определенной реальностью, проблемой, и они видят решение этих проблем в руководстве священным текстом. Таким вот образом, они хотят выйти за рамки этих разногласий между учеными, разногласий в общине, и поэтому они устремились собрать людей, объединить людей за одним словом. Они правы в своих намерениях и желаниях, но не правы в используемых методах и инструментах достижения этой цели. Они свели разнообразие мнений, которые указывают на обширность религии, к отклонениям в ней или искажению небесных книг, в том числе и Корана. Поэтому эти люди начали беспокоиться, и это беспокойство вылилось в то, что они отказались от старого наследия и начали извлекать решения непосредственно из Корана и Сунны, не обладая правом на это. Благое намерение человека, если он недостоин извлекать решения из Корана и Сунны, отнюдь не указывает на то, что он заслуживает прощения или восхваления, потому что он имеет дело с религией. Имам Ахмад, а также другие ученые, приводят слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о том, что «эти знания несут справедливые мужи, которые опровергают искажения крайних и необоснованные утверждения болтающих вздор, а также толкования невежественных». Эти знания невозможно было передать от праведных предшественников их последователям, опровергая искажения крайних и необоснованные утверждения болтающих вздор и толкования невежественных, кроме как через продолжительное, долгое обучение и приобретение знаний из уст шейхов. Они таким образом получали пользу от их слов, действий и наставлений. Они так приобретали у них знания о вещах, касающихся этой религии. Как говорится, приобретайте знания и ищите спокойствие и серьезность для их приобретения. Поэтому нельзя рассматривать шариатские знания из Корана и Сунны как только текст, ибо у текста есть и духовная сторона, а эту духовную сторону берут у ученых, неотступно следуя за ними. Также разрешение на передачу знаний не следует просить у шейха, случайно встреченного на улице, чтобы впоследствии гордиться тем, что он звено в непрерывной цепочке ученых. Такую форму разрешения мы называем разрешением для благодати. А что касается знаний, которые
которые оценивают дела людей и, следовательно, становятся знаниями, передаваемыми по правильной, совершенной форме наследования. Такие знания освещают путь для людей, охватывая всех их и отвечают на все их запросы, а также готовят истинных вакихов, которые совмещают в себе не только блестящие знания о религии и совершенный ум, но и богобоязненность, набожность, праведность, стойкость, любовь к ахирату, отрешенность от мирского, оставление сомнительного. Следует знать, что такие знания невозможно получить, кроме как путем строгого следования шейхам. Это следование шейхам и духовным ученым обладает большой значимостью, которую не заменит целая библиотека книг. И если даже человек выучит Коран, книги по сунне с толкованиями и арабский язык, но если у него не будет знающего шейха, то это выльется в большую проблему. Поэтому в завещании Лукмана своему сыну говорится: «О сын, ты садись к ученым и прижмись к ним своими коленями, и научись красивому молчанию, подобно тому, как учишься красивому разговору». Далее он говорит: «Поистине, сердце оживляется с помощью света знаний, подобно тому, как оживляется мертвая земля с помощью дождя». Как передается в хадисе: «Будь ученым или обучающимся, или любящим, или слушающим, но не будь третьим». Такой человек ненавистен ученым, да убережет Аллах нас от этого. Этой участи. Итак, знания нуждаются в приобретении, как они нуждаются в очищении. Аллах говорит: «Научит их Писанию и мудрости, и очистит их». Он также сказал: «Преуспел тот, кто очистился, поминал имя Господа своего и совершал молитву». Значит, очищение предполагает очищение сердца, очищение дел явных и тайных, а далее следует поминать Всевышнего и совершать молитву. Эти знания невозможно получить из строк книги, а наоборот, их приобретают из сердец. Если я прочту о состоянии богобоязненности, набожности, благовоспитанности, отказе от сомнительного, отрешения от мирского, любви к ахирату, то я не смогу понять сущность всего этого. Эти состояния надо пережить через следование ученым, сопровождая их, находясь вместе с ними долго. Но все же, мы перед этой действительностью, но мы не будем говорить сейчас о внешнем заговоре против ислама. Мы допускаем, что со времен пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они устраивают заговоры против ислама и пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов. Отсюда нашей обязанностью является воскрешение сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, через правильное приобретение знаний, расставляя правильные приоритеты в последовательности дисциплин, начиная с индивидуальной обязанности и далее по убывающей. Чтобы полученное впоследствии это научное строение, ее внешняя и внутренняя сторона, включая веру и искренность, было построено правильным образом, чтобы она не расшаталась, не ослабела под влиянием пусть даже очень сильных внешних факторов. Итак, мы обнаружили себя в такой реальности, когда распались те системы, распространились разнообразные слова, термины. Мы оказались перед целым поколением, которое вернулось в мечети и стало соблюдающим религию, а также перед другим поколением, которое хочет познать ее. Сейчас это стало доступным, потому что наша земля превратилась в маленькую деревню. Также добавь к этому число тех людей, которые выехали в другие страны, и людей, которые узнали что-то о религии через них. Следовательно, ты оказываешься перед двумя проблемами. Проблема с ответившими на призыв людьми и проблема с призывающими в ислам людьми. Затем следует сказать, что эти институты изменились. Ослабевание больших учреждений стало причиной развития других явлений, которые либо встали вместо них, либо около них. При ослабевании крупных авторитетных научных учреждений, как источников знаний, на их место пришли маленькие учреждения. Они молодые, все еще в начале своего пути. Там нет зрелости, и на это указывает то, что они рассыпаются при одном потрясении извне. Это потому, что они неустойчивы и не строятся на твердом, берущем начало у прежних поколений, фундаменте. А что касается старых учреждений, которым более 500 или 800 и даже 1000 лет, находящиеся во всех мусульманских странах, то они тоже ослабели или подвержены нападкам. Мы видим, как они ослабевают, болеют, но не погибают. Как говорится, истина болеет, но не погибает. И поэтому появляются те, кто оживляют, обновляют ее при каждом потрясении, и ты замечаешь, как божественные дары воплощаются в жизнь в делах определенных ученых, которые тебе напоминают о прежних поколениях. Я говорю о людях, которые были где-то и потом перешли в ислам со своим прошлым наследием. То
то они побаиваются от всего нового. Обнаружилось, что враги ислама, будь они не из числа мусульман или из числа заблудших групп, которые называются мусульманами, травят ислам, включая в него то, что нарушает его природу и сущность. Они смешивают с огромным количеством допустимых возможных истин одну дурную, ложную. Они добавляют яд в масло. И поэтому некоторые люди начали тревожиться, если так можно выразиться, и рассматривать все новое, как выходящее за рамки ислама. Они заложили себе в голову мысль о необходимости выйти из состояния разногласий ради объединения, опасаясь того, что могут разделиться на группы, как прежние поколения. Они приводят исторические события, на которые указывает Коран относительно разделения общин, или приводят хадис о том, что община разделится на 73 группы, подобно тому, как христиане разделились на 72 группы, а иудеи на 71 группу. Но следует учесть, что относительно этого хадиса есть очень много разных и разных мнений. Некоторые ученые отрицают его достоверность, некоторые говорят, что он вымышленный, а некоторые даже сказали, что действительное положение дел общины не соответствует его содержанию, ибо если перечислить группы, то мы обнаружим, что их намного больше. Эти люди, у которых эта культура боязни всего нового, боязни разделения общины, подобно разделению прежних общин, имеют стремление объединить общину, и это стремление правильное, истинное, в кавычках. Однако они не смотрят на шариат, на духовность текста, на различия и разнообразие в нем, на причины разногласий и так далее. У них меньше знаний в этой области, и поэтому они выносят неправильные решения. Насколько расширяется круг познания человека, настолько и сужается круг разногласий. И наоборот, чем больше расширяется круг невежества, тем больше расширяется круг разногласий. Там, где много разногласий, ты знаешь, что там добра или знаний мало, или они слабые, или вот-вот исчезнут. А там, где нет разногласий, знай, что знания там распространены. А под знаниями мы понимаем совершенные знания, которые включают в себя, собственно, знания и соответствующие им дела. Ученый должен знать Коран и Сунну, методологию ученых по извлечению решений из книг или Корана и Сунны. Знать авторитетное решение сподвижников в вопросах религии, а также единодушное мнение ученых по религиозным вопросам, имевшее место после пророка. И, наконец, он должен быть богобоязненным, набожным, стойким в религии. Раньше говорили, что тот, кто хочет приобрести эти знания, пусть поклоняется Всевышнему 8 или 10 лет, ибо местом помещения знаний является сердце. И пусть он старается вымести это сердце, очистить его от всего дурного, чтобы в дальнейшем украсить благородными знаниями. Всевышний сделал наши сердца вместилищами, и они четырех видов, как об этом говорится в хадисе. Одно из них подобно полю, на которое падает дождь, и оно удерживает, впитывает ее, и затем дает плоды. Мы нуждаемся в таком сердце, но есть сердце, которое впитывает, но не выдает плоды, но есть и земли, которые не впитывают и не выращивают вообще ничего. В любом случае, эти разногласия и это смещение понятий привели к негативным последствиям. И люди начали называть некоторые явления нововведением, хотя они в основе своей из религии, но они не знают доказательной базы. Мы понимаем, что наследие, о котором мы говорили, привело к смещению понятий. Так они начали называть каждое новое явление нововведением, хоть оно и имеет шариатские основы, ибо текст указывает на это как на отдельные проблемы, либо как на общие проблемы. Я сейчас не рассматриваю их намерения, я не сужу их намерения, ибо намерение — это то, что между нами и Всевышним, и мы не вмешиваемся в это. Это не означает, что ты против кого-либо. Перед тобой есть текст, и ты судишь этот текст, перед тобой дела, и ты судишь их. А что касается его намерений, то мы не вмешиваемся в них. Имам Малик и его братья, крупные факихи, оставили нам золотые правила обращения с людьми. Имам Малик говорил: «Я не разрешаю себе передавать от многих своих шейхов, которых я застал, хоть и, возможно, они уже в раю. Возможно, они обитатели рая, но от них не берется хадис, ибо хадис берется от справедливого, заслуживающего доверия, связанного с непрерывной цепочкой передатчиков человека». Поэтому в книгах ты читаешь о том, что тот или иной был богобоязненным, благородным, усердно поклоняющимся ученым, но также увидишь слова о том, что от него не берется хадис, потому что тот занялся поклонением, а не знаниями. В наши дни есть и такие люди, которые подходят к вопросам, относящимся ко второстепенным, к фикхе. Они расширили виды единобожия, и некоторые вопросы фикха одели в одежду вероубеждения. И ошибающийся в ней стал неверным, то есть ошибающийся в вероубеждении, хоть вопрос и относится к второстепенным проблемам фикха.
Например, такие вопросы, как посещение могил, даже обет на закалывание животного, все это относится к фикху, а не к вопросам вероубеждения. Кроме тех случаев, когда человек режет животного, говоря слова «во имя кого-то», а не «Аллаха», да убережет нас Аллах от этого. Итак, мы обрадовались приходу этих людей в ислам. Обрадовавшись им, мы вдруг обнаружили, что комплексных знаний у них еще нет. К ученым они не ходили, не изучали, не расширяли свои знания. Это важный момент. Когда человек изучает ханафитский фикх, он также должен изучить другой фикх. Кто изучает маликитский фикх, тот должен и другой изучить. Кто живет в маликитском регионе, тому необходимо посетить и шафиитский регион. Потому что на самом деле никто не может утверждать, что есть счет и определенное количество второстепенным вопросам фикха, кроме тех случаев, когда вся община единодушна в том или ином вопросе. А что касается всего остального, то текст может указать на многое и многое. Ты можешь принять одно вероятное мнение, а я другое, если у нас намерение искреннее, и пока у нас есть доказательства, или даже если отсутствуют у нас доказательства, но если хотя бы мы имеем полудоказательства. Эти люди быстро пришли в ислам, мы им обрадовались. Знаний у них мало, контактов с учеными малы. Они не прочли текст исламского фикха, чтобы знать, как себя вести. И как следствие, они начали выносить решение, что это нововведение, а то запретно, а это дозволено, это можно, а это нельзя. Все смешалось. Таким образом, мы видим, как в исламском мире распространилось, например, убийство. Мы видим, как во всем мире убийства относят к исламскому миру, к сожалению. Разногласия в мечетях относятся также к мусульманам. Ты видишь и знаешь, потому что это наша реальность, ты видишь, как друг друга убивают внутри мечети. Мы видели кровь, пущенную в мечетях, кровь прихожан мусульман льется из-за определенных вопросов. Мы видели, как ножами наносили удары, и это в мечетях. Я знаю то, что я сейчас рассказываю. Аллах тому свидетель, я узнал это либо от студентов, либо по работе ты слышишь и видишь все это. Ты видишь злобу, драку, разногласия по причине того, что кто-то ввел новшество. В то время, как следовало мусульманину сесть со своим братом-мусульманином со всей любовью, открытой душой, советоваться и переговариваться. Мы ведь живем во времена, когда призываются к диалогу между религиями и между цивилизациями, а мы сами не можем решить разногласия внутри себя, внутри мусульман. Если человек раздает милостыню своим бедным соседям, а его дети живут без одежды, без еды, без жилья и больные, разве можно про такого человека говорить, что он совершает благое? Про него говорят, что он упустил то, что обязал Всевышний, и занялся желательным действием. А это переворот в понимании. Итак, эта ситуация далее породила новое явление. Было издано множество книг, было израсходовано много денег, и было потрачено множество часов времени, которое является самым ценным, ведь это вся жизнь. Жизнь человека состоит из дней и часов, и с каждым днем он приближается к ахирату и отдаляется от мира этого. Поэтому то, что упущено, не вернешь. Прошлое отнюдь не является настоящим. Этот этап – одно временное вместилище для деяний, а тот – другое вместилище и для других деяний. Поэтому про время говорят, что время – меч, и если ты не разрубишь его, то он разрубит тебя. Также говорят, что время – это самое ценное, что ты хочешь сохранить, и самое легкое, что можешь потерять. Итак, были составлены книги, переполненные злобой, в которых выносят решения не только относительно дел, но и относительно намерений. Иногда выходит книга, и говорят, что автор этой книги – поклоняющийся могилам. Даже в названии ошибка, они не знают грамматику арабского языка. Про одного говорят, что он заблудший, про другого говорят, что они ответят на его заблуждение, и что они призывают его покаяться и объявить о принятии ислама. Человек может быть ученым и может ошибиться в том или ином вопросе, а может и не ошибиться. Мы встречаем тех, кто составили книги и обвинили других в неверии, в нововведении, многобожии, лицемерии, в поклонении могилам и так далее. Но видим и других, которые начинали как центристы, но потом дошли и они до крайностей. Известно ведь, что те, кто занят опровержениями, рано или поздно приобретают характер занятых этими опровержениями людей.
В общем, они дошли до этого, ибо не избежать им этого зла. Эти люди начали говорить и обвинять других, говоря, что вы понимаете единобожие не так, как было ниспослано Всевышним. Вы антропоморфисты, вы отвергаете Коран и Сунну, вы фанатично настроены против ученых, вы плохо думаете о людях, вы. Так это дело расширило свои горизонты. И община начала вместо того, чтобы обучать людей, чтобы пускать их как стрелы для призыва в религию Аллаха, поворачивать битву внутрь себя. Посмотри, как во времена сподвижников и тех, кто пришел после них, община расширялась, увеличивалась, а внутри была дисциплина. Мы же вместо того, чтобы идти вперед, мы повернули стрелы на себя. Это внутренняя битва. Мы используем свои силы для оскорбления, унижения и обвинения других в шпионстве. Я, когда предварял свою речь этим введением, хотел заявить о том, что следует посмотреть на историю этих новых людей, которые яростно нападают на ученых. Ты увидишь, что среди них есть те, кто раньше боролся с исламом, и после того, как пришел в ислам, сохранил ненависть к некоторым исламским личностям, и в дальнейшей жизни сосредотачивает свое внимание на них. Из них те, кто были в определенном состоянии, и мы рады, что они вернулись в ислам. Например, оставил прежние грехи, оставил определенное ремесло, но не для того, чтобы внезапно стать составителем книг или муфтием. Я приведу тебе пример. У нас в Ливане один человек, который даже не является мусульманином, а относится к числу крайнего течения в христианстве, решил, что принял ислам. А это человек, который не знает об исламе ничего. Но его начали перетаскивать с одного форума на другой, с одной площадки на другую, из мечети в мечеть, из зала в зал. Кстати, я это называю глупостью мусульман. Организовывают лекции и тому подобное, и говорят, что такой-то принял ислам, и мы назвали его Мустафа. Я встречался с ним два раза, я также сказал тем, кто окружает его, что я сейчас не сужу его намерения, но все же я не чувствую уверенности в нем. Братья, ну оставьте вы его пока на время, пусть оживится, пусть подготовится, чтобы мы могли быть уверены, что он с одного уровня перешел на другой. Итак, прошло некоторое время, и мы были удивлены тем, что этот человек оказался с отклонениями, и у кого-то, у кого он гостил, украл деньги. После этого я того человека видел у одного ученого в мечети, и я спросил ученого о том, что это делает у него. Тот ответил, что он служит, тот работает при мадресе, преподает там. Я ему сказал, опасайся его. Он сказал мне, что он почувствовал досаду, когда я ему сказал такое. Через некоторое время он сказал, что согласен со мной. Я у него спросил, что повлияло на твое решение, что ты согласился со мной через месяц. Он сказал, что тот человек обокрал его. Я спросил его, неужели мы не научимся, пока не обкрадут нас? Итак, это огромное количество людей, которое пришло к нам, нуждается в нас. Мы должны заново придать им форму. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда кто-то принимал ислам, тут же закреплял его за сподвижником, чтобы тот обучал его, научил его религии. Во время битвы при Бадре бывало так, что вместо необходимого выкупа человек должен был обучить чтению и письму 10 сподвижников. Итак, мы видим, что это отклонение открыло врата новшеств во всех ее формах, неважно, касаются они фикха или вероубеждения. К этому привело ослабление учреждений, отдаление людей от ученых, замыкание крупных ученых в самих себе, ведь мы видим, что никто к ним не обращается. Иногда ты замечаешь ситуацию, когда в том или ином регионе, области, нет человека, который знает наизусть Коран или умеет правильно его читать. Я знаю районы, не хочу сейчас называть их, в которых не было знающего наизусть Коран человека, хафиза, кроме одного. Он владел 10 разновидностями чтений. Он начал подзабывать Коран, о чем он мне сказал перед смертью. Всевышний дал ему одного студента, одного всего лишь целой губернии, один человек всего лишь подошел к нему. Тот крупный шейх, который был благодарным мужем, сказал мне, что повторяет с ним Коран, чтобы восстановить то, что когда-то выучил по всем видам чтения. Итак, мы нуждаемся во всех этих людях, чтобы придать им новую форму, чтобы восстановить научные институты. Я заново говорю, и это не пессимистический мой взгляд, а лишь указание на реальность, которая довела нас до такого состояния хаоса, что нет у мусульман ни одного авторитетного источника по фикху. Я не имею в виду конкретный маскаб, я имею в виду авторитетный источник, который должен охватить большую часть всех маскабов, и фатва должна исходить от него. Исламский мир должен быть таковым, вместо собраний каждый день мы можем созвать крупное собрание, в котором будут участвовать крупные ученые. Все проблемы всего исламского мира должны быть озвучены там, и в этом собрании должны быть представлены все члены этой общины, с каждого региона и с каждой страны. В качестве примера приведу Организацию Объединенных Наций, в которой от каждой страны есть представитель.
И мы должны делать одно единое собрание для этой общины, чтобы она оставалась дисциплинированной, чтобы дела начатые могли дать результат, иншаллах.